Чё он умер? Да вы чё, издеваетесь, что? Я его убил! Я не знаю, как я это сделал, я его, ребята, убил. Всем привет, с вами я, ребята, и сегодня я продолжаю играть в Minecraft, сегодня я поиграю опять на Whiteboard, и вы, наверное, спросите, почему роликов не было почти 3 недели. В принципе, в этом ролике я как раз вам это и расскажу, и у меня, как вы видите, новый скин, да. В принципе, давайте начнем. В принципе, ребята, играю в голодные игры Lucky Blocky, да, и, в принципе... Хочу вам рассказать, почему не было роликов. Давайте начнем, да. Роликов у меня не было, как бы, когда прошло 3 дня после выхода последнего ролика, я решил снять, как бы, ну, ролик, да. Сделал ролик, сделал монтаж, все сделал, уже готово было, да. Начал рендерить ролик. Он зарендерился до 100%, и он просто, у меня программа вылетала постоянно. То есть у меня такого никогда не было. Я попробовал еще раз, наверное, 5, да. Там пытался даже, смотрел, что я неправильно сделал, все равно не помогало, вылетало. Потом еще памяти не хватало и так далее, да. В принципе, сейчас я, короче, забил на тот ролик, да. Потом я еще заболел очень сильно, 1,5 недели. Да, то есть помните, наверное, стрим, который я уже скрыл, но он у меня есть в плейлистах, да, его можно посмотреть, последний стрим, который был уже 1,5 недели назад, да. И эти 1,5 недели назад я решил просто постримить, чтобы было хотя бы что-то, потому что у меня не было желания роликов снимать, потому что тот ролик был очень интересным, да. Как бы этот ролик у нас больше разговорный у меня получается, да. Так, я залезть не могу. Вот я нажимаю. А, нет, можно, окей. Как-то так, да, я попытаюсь сейчас затащить, да. Да, конечно. Скайварс поначалу, я подумал то, что типа ролик по Скайварсу был, и он вообще не зашел никак, поэтому не буду Скайварс записывать постоянно, да, надо же разное что-то записывать, да. Так, блин, меня съедает Гаст. Да, я решил снять голодные игры, и как бы почему бы и нет, да. И потом дальше буду, кстати, еще какими-то другими режимы записывать, которые вы еще на моем канале не видели, да. Чтобы было какое-то разнообразие, да. Так, у меня есть супер жемчуг Эндера, да отпусти ты меня, подожди-ка. Так, все. Если что, у меня есть был сейчас супер жемчуг Эндера, который телепортирует к игрокам любым рандомным. Я хочу его сейчас убить. Да. Так, ну я попытаюсь его сейчас убить. Так, чувак. Да блин, чё он умер? Да вы чё, издеваетесь, что? Я его убил! Я не знаю, как я это сделал, я его, ребята, убил. Быстрее надеваю броню. Я офигеваю, что я твою. Так, все, вот так сделаю. Фух, ребят. Там есть обычно лук. Блин, я... Я не испугался, я думал, что все это ГГ мне. Но нет, я его убил, и даже достаточно просто убил. Да, здесь еще, кстати, лаки-блоки есть. Ну, в принципе, вещи у меня неплохие. Кстати, мне бы топорик тот алмазный. Хотя, по-моему, по урону они одинаковые сейчас, да. Как-то так, ребята, в принципе. Так, здесь кто-то сейчас дверь только что открывал. Меня это пугает, да. Так, окей. Слышали? Хотя, наверное, нет, потому что у меня звук тихий. Наверное, не слышали. О, сейчас. Блин. Блин, как... Да кто дверь открывает? Наверху, да? Да. Это наверху. Так, ладно. Ух ты, нифига себе. Что меня ударило сейчас? Чё так много? Что так долго? Что меня сейчас так ударило? Это что было? Подождите, а, это было этот самый, я понял, ребят. Я понял, это этот самый был. Шипы, нифига себе. Вот это шипы жесткие. О, спасибо, спасибо за мгновение. Да-да-да-да. Короче, окей. В принципе, как-то так, да. Не знаю, сколько здесь каток будет. Сколько я засниму, может быть 2, может быть даже 1, смотря сколько эта карта будет длиться. В любом случае, через 20 минут я уже все, да. Блин, реально эпично. Просто эпично. Так,
Окей. Сейчас я попытаюсь затащить ребят. Не знаю, как это у меня получится. Все, пора выходить отсюда, да? Броня мне неплохая, вот что хочу сказать. И да, ролики на Вайнворде. Вот, кстати, почему ролик опять на Вайнворде. Я хотел на лицензии записать, но, к сожалению, у меня какая-то проблема на лицензии. Если кто-то знает, напишите в комментариях, в чем проблема. Потому что у меня на лицензии почему-то пишет то, что, ну, как бы интернета нету. То есть такое чувство, как будто бы у меня просто сейчас нету интернета. Хотя, как видите, Вайнворд у меня спокойно работает, я просто включаю лицензию, и все. Это у меня вчера было, да. Да я, если честно, я и не играл уже неделю, то есть тот последний скин отснял и уже не играл. А, может быть, еще дня три играл после него, и все. Да. Так, ну, в принципе, как-то так, да. Немножко не в ту тему залез. Да, так. А, вы это видите, да? За купол, короче, улетел. Теперь одиночка Гаст будет там жить, окей. В принципе, как-то так, да. Вот так вот все грустно, да. Так, по-моему, я там кого-то видел. И мне показалось. Мне, надеюсь, показалось, потому что я боюсь сейчас на кого-то идти, если честно. Да. И лаки-блоков очень много, да. Так, окей. Как-то так. Да. Короче, за эти две недели... За три, ладно. За три недели уже столько всего произошло. Это капец. Да. Прямо... Все произошло, короче, да. В принципе, мы... Я сейчас попытаюсь что-нибудь сделать. Я на самом деле не знаю, где... Что? Окей. Опыт летает на земле. Не знаю, что он лагает как-то. Не знаю даже. Что происходит. Вот это нормально, да, вы видите, да? Что происходит, окей. Оп, скорость, окей. Ух ты, испугался. Так. Окей, восстанавливается, я пока что буду что-нибудь тут делать. Ай-яй-яй, да. Тихо. В принципе, ребята, сейчас мы попытаемся затащить Дедзма. Ты чё, долбанутый человек, ты чё делаешь? На последней секунде решил меня ударить. Почему бы, в принципе... Эй, нет! Это что такое? Уйди! Не пугай меня так больше! Да блин, в смысле? Как так-то, а? Как? Да блин, вот этот чувак, он, короче, сейчас на последней секунде меня ударил. Я очень сильно испугался, блин. Капец, вот это, конечно, обидно было, да. В принципе, ребята, да... Как бы, давайте сыграю еще в одну катку. В принципе, ребята, решил сыграть в SkyWars, не в голодные игры. Это у нас будет и SkyWars, и голодные игры. Это тоже один раунд будет, да. Просто хочу видео побольше, чем 5 минут сделать, да. То есть, вы помните, наверное, прошлый ролик по SkyWars. И ролики, кстати, теперь каждый день будут... Да ладно. Вот это, кстати, очень круто для вас, наверное, да? То есть я теперь буду записывать ролики каждый день. То есть сейчас запишу этот ролик, сделаю монтаж, и все будет нормально, да? То есть потом я буду записывать еще один ролик, да? В принципе, как-то так, да? То есть я, блин, заболел так неожиданно. Я уже собирался записывать ролик, но мне в первый день, когда я заболел, было плохо. То есть, ну... Уже не так себя хорошо чувствовал, и поэтому я уже не хотел его, не мог просто записать уже. Да. А, ну окей, я умираю. Ну, в принципе, окей, я никак не буду это переснимать, я уже, наверное, закончу. Видео опять, наверное, на 5 минут получится. Опять на 5 минут, окей. В принципе, Вайнворд, может быть, и будет часто, но ролики будут еще чаще, да. В принципе,
На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам видео понравилось. Хотя ролик получился так себе, да. Ну и теперь, кстати, превьюшки для ролика я буду стараться делать немножко лучше, да. Стараться делать лучше, да. Превьюшки для ролика. Вот эта картинка для видео. Все. Всем спасибо. Пока-пока. Thank you.